В Чувашии формируется новый состав общественной палаты. Глава региона Михаил Игнатьев встретился с кандидатами в члены организации. Полномочия действующего состава истекают в этом году. Новая команда будет работать в расширенном составе. Теперь общественная палата формируется из 33 человек. Вот уже 8 лет этот институт гражданского общества активно участвует во взаимодействии жителей республики и органов власти. Самая главная наша задача, чтобы учитывать мнение большинства жителей Чувашской республики. И мнение большинства для нас всегда является инструментом для принятия тех или иных решений. Общественная палата работает, исходя из проблем, которые поднимают и граждане, и общественные организации. Каждый член палаты отвечает за конкретное направление. В этом году количество общественников увеличивается. В числе новых кандидатов – вице-президент межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс» Анатолий Ухтияров. И Юлия Аланова, председатель правления Чувашского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». На встрече Аланова поделилась достижениями проекта школы. Только за 3 месяца этого года ее участники уже стали обладателями 21 гранта. Молодежь активно в это включилась, они уже за нами бегают, у них глаза горят, у них куча проектных идей. Мы с помощью своей проектной школы помогаем им дописывать. Вот 11 кандидатур в состав палаты от главы Чувашии. Еще 11 представят Госсовет Республики. А оставшиеся 11 членов палаты избираются из числа представителей местных, районных и городских организаций. Окончательный же состав общественной палаты определится в июне. Он будет исполнять свои обязанности 3 года.